не горбун. Его опасались, его не любили, шли слухи о нем, будто злой он колдун. И люди его стороной обходили. Бродил он с картофельным ветхим мешком, в пальто старомодном, изъеденном молью, и что-то всегда бормотал он тайком. И был тот отшельник в деревне изгоем. А люди глумились, шепчась за спиной, рога у него, мол, под шапкой скрыты, а то, что вдобавок еще он хромой, видать, у него вместо пальцев копыта. В деревне в тот год за бедой беда, то всходы пшеницы погибнут под градом, то летом в июле придут холода, то волки порежут на пастбище стадо. Кого же теперь им в несчастьях винить? Горбун, видно, месть им такую устроил. К землянке его зашагали они. Смерть дьяволу вон из деревни отродье. Как дикое стадо спускались к реке, он вышел навстречу принять наказание. И каждый из этих идущих в руке сжимал по дороге подобранный камень. Горбун не свернул и не скрылся от них, лишь к небу глаза свои кроткие поднял. Прости, Господь, в разуме не вмени, и только лицо свое спрятал в ладонях. Закончилась казнь, кто-то грубо сказал: давайте посмотрим уродскую спину. Ни разу не видел такого горба, и тут же одежду с убитого скинул. В больном любопытстве сомкнулась толпа, вдруг молча, как статуи, люди застыли. Злой бес и колдун прятал вместо горба под старым пальто белоснежные крылья. И мимо землянки, глаза опустив, пошли, будто сами побитые люди. По слову его, может, Бог их простит, но ангела больше в деревне не будет.